школе номер 26 проверили качество питания. Оценить и поделиться с комиссией своим мнением о блюдах могли ученики и даже родители, которые регулярно приходят на дегустацию. Попробовал школьный завтрак и глава городского округа Владимир Волков. За несколько минут до звонка в буфете накрывают столы. Сегодня в меню геркулесовая каша, бутерброд с сыром, яблоко, кофейный напиток из цикория с молоком. В школах городского округа работает функция «Родительский контроль», где можно записаться, прийти и лично проверить качество и вкус блюд. Ребенок приходит со школы и очень доволен. Из-за этого мы решили прийти и просто посмотреть, действительно ли, так ли это на самом деле. Но это оказалось так, мы не первый раз уже сюда приходим. Очень вкусно. Рекомендуем. Качество питания, обратная связь для нас очень важны. Сегодня мы также с родителями попробовали продукты, которые были предоставлены на завтрак. Мое мнение, что все очень на высоком уровне, как дома. Поэтому дети счастливы, довольны. Для учеников предусмотрено 10-дневное меню. Учитывают мнение каждого, ведь хорошая еда – залог успешного учебного дня. Очень вкусно тут кормят, всегда очень вкусно. Почти всегда печеньки, яблоки. Я больше всего люблю бутерброд свой. Да, больше всего люблю кашу и супчики. Вопрос качества и вкуса школьной еды всегда стоит на первом месте. Проверки питания и столовых проводят регулярно. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.